35. kārtas spēle starp Jelgavu un Liepāju noslēgusies ar rezultātu 2-2. Uz pēcspēles presas konferenci esam aicinājuši Liepājas galveno treneru Tamasu Pertī. Treneri, jūs komentārs. Labdien. Ну, ожидаемо было все, потому что здесь всегда, в этом городе, на этом стадионе всегда напряженные матчи. Несмотря на то, что команда соперникам ничего не надо было, они уже вылетели в первую лигу. Мы говорили футболистам, что будет очень сложная игра, потому что мы знаем эту команду, мы знаем, как команда здесь хорошо и большим желанием играет. Поэтому сыграли 2-2, после того, как повели 2-1. Честно говоря, чуть-чуть команда, видно было наши, что включили такой академический футбол, то, что сегодня ни в коем случае не надо было. Об этом тоже мы говорили, что даже если ведешь 3-0 здесь, всегда все равно надо до конца играть. Я считаю, что сегодня 2-2 сыграли только лишь потому, что где-то была все равно недооценка соперника, да, особенно тогда, когда повели 2-1. Но где-то мы понимали, что в какой-то момент может они, могут они создать. Вот. Плюс пенальти еще не забыли при счете 2-2. Это говорит о том, что футбольный бог сегодня не хотел, чтобы мы выиграли. Почему? Потому что, видимо, отношение к игре у нас было чуть-чуть не такое профессиональное, как это у нас обычно бывает. Поэтому все, я считаю, что все по-футбольному, это не первый раз происходит, все по-футбольному сегодня произошло это все. Что если ты на 100% не выкладываешься с любым соперником, то может быть такая игра, как сегодня, 2-2. Поэтому остается последний матч, мы должны этот матч выиграть, и то, что мы хотели в наших планах было последние вот эти вот 10-11 матчей, то мы, если сейчас домашнюю игру выиграем, то считаю, что мы сделали то, что мы хотели, максимум, который мы, в принципе, планировали за последние вот 2 месяца. Jā, treneris saka, jau dodoties uz spēli, zināja, ka sagaidāms ir viss pretinieks, ir spēcīgs, un lai arī zina, ka jau nākamgad spēlēs pirmajā līgā, tāpat sagaidāms bija viss, un pretinieki bija gatavi spēkoties pretī, tāpat arī komanda iespējams nedaudz par zemu novērtēja pretinieku, un tāpēc arī šāds iznākums, protams, arī neiesist pendeli, un beigās rezultāts ir 2-2. Kā vērtējat to, ka jūs nevarējāt atrasties blakus komandai pie laukuma, vai tas arī ietekmēja šīs spēles iznākumu? Не, ну, у меня было 3 желтые карточки, сидел на трибуне, это очень тяжело действительно на трибуне сидеть и наблюдать твою команду. Я думаю, что не то, что повлияло, нет, у меня очень хороший ассистент и очень хороший штаб. Я думаю, что они максимум сделали во время игры, я сверху все наблюдал, я видел, что они сделали максимум, ребята выложили тренерский штаб на 100%. Я не думаю, что сыграли ничего, потому что я сидел сегодня на трибуне. Нет, это ни в коем случае это нельзя думать. Я скажу одно, что При любом сопернике, футболисты, которые выходят на поле, при любом сопернике, они должны быть лидерами. Сегодня этого не получилось. Да? Я очень уважаю моих игроков, они очень хорошие, провели вот эти все игры, последние 11-12 матчей, очень хорошо. И сегодня тоже повели счет, но еще раз повторяю, что где-то что-то была недооценка. Мы посмотрим еще повтор, мы обсудим, почему так случилось, что после того, как мы повели 2-1, практически команда успокоится, да, и начали насчет класса играть. А с такой погодой насчет класса играть, это только на шикарных полях. Поле, которое сегодня было здесь, в Елгаве, насчет класса тяжело очень играть. И октябрь, концовка октября, начало ноября здесь, вспомните по истории, пройдите, все команды, которые играют, всем тяжело. Мы это говорили, к сожалению, нас сегодня не услышали. Несколько футболистов. Par Petkoviča sniegumu vai otrajos ielaistījos vārtos, vai viņi varēja kaut kādā ziņā vainot? Rekašet, vai? Rekašet bol, on načil dvigatsa, i v eto vremja rekašet i uže protivohodu očin tižilo, poetomu ni v kojem slučaju nelza Petkoviču vinit etat gol, potomu što rekašet eto dla vratare, eto prosto ubistvo, da, oni vsegda не то, что они только вратарь, мы все всегда опасаемся, когда идет рикошет, там непредсказуемо все. Un par šo Karšausku spendeli, ko tur iespējams varēja kaut kā savādāk, vai tā ir vienkārši
Jā, kas tur no, это тот момент, когда человек берет мяч и бить пенальти, он ответственный за это. Там любой может взять пенальти, поставить, не забить. Да? Любой футболист, и не забивали топ-футболистов. Дело не в этом, что он не забил пенальти. Просто дело в том, что когда берешь этот мяч, идешь, да, ты ответственный на него. То есть он обязан был забить пенальти, так же, как любой другой футболист в любом другом команде. Но он не забил этот пенальти, он должен себе задавать вопрос, почему? Почему это случилось? Он, может быть, не готов к этому пенальти, может быть, чуть-чуть нервничал. Я не знаю, это он должен отвечать. Но ни в коем случае мы не виним сейчас его, что вот он пошел и пенальти не забил. Конечно, внутренне у нас есть чуть-чуть переживание, что таких ответственных моментов надо взять лидерство, надо забить этот пенальти, да, образно говоря. Но человек не забил, у каждого футболиста может такое произойти. Потому у нас мы не виним никогда в чем-то одного человека. Да? То есть мы анализируем это и так далее, и так далее. Почему это случилось? Un atlikus vēl vienu spēli pret Daugavpili mājās. Trīs punkti šķir abas komandas. Šo sezonu vienreiz ir izdevies uzvarēt, divreiz spēlēts neizšķirt. Kā plānojat gatavoties šim pēdējiem mačam? Ну, по крайней мере, нам надо 3 очка. Им устраивает даже ничья. Конечно, мы не будем сейчас с ума сходить, сразу надо 3 очка побежать, без дисциплины, авантюрно. Нет, ни в коем случае. У нас есть время, у нас будет план определенный. Это последняя игра на нашем стадионе. И мы подготовимся соответственно, потому что мы уже знаем эту команду, мы посмотрим последнюю игру, они пропустили 3 гола, почему, откуда, что, как. Будем анализировать, и я думаю, что план на игре будет именно такой, чтобы нам принес 3 очка. А дальше уже игра нам покажет, может быть, у нас будет один план, а во время игры что-то поменяется, и мы будем тоже поменяться, потому что, когда игру читаешь во время игры, это одно, а когда планируешь, это совсем другое. Labi, paldies, Lāc. Paldies. Pēcspēles presa konferences otrā daļa ir mums kopā ar FS Jelgavu galvenais treneris Anatolijs Sidenko. Anatolij, pažalstu vašu komentāriju abagriem. Labdien, es nerunāju labi latvijski, varu runāt krieviski. Сразу извиняюсь за то, что даю пресс-конференцию на русском. Просто я более детально, более глубоко могу дать комментарий на русском языке, чем на латышском. По матчу комментарий, да. Сегодня мы играли с командой, которая борется, как я понимаю, за какие-то более высокие места, чем мы. Но в целом та работа, которую мы провели с командой за последнее время, то есть, ну, принесла результат в сегодняшней игре, но все равно еще есть у нас те моменты, которые мы должны дорабатывать, менять. И в дальнейшем, я думаю, мы будем выглядеть намного лучше, но, скажем так, много времени было упущено. Тренер комментарс, viņš atvainojas par komentāru sviekšanu krievu valodā. Par spēli runājot, tad šodien treneris uzskata, ka spēlējam pret komandu, kas cīnās par augstākām vietām nekā Jelgava. Bet treneris uzskata, ka tas darbs, ko komanda izdarīja treniņos, viņš beidzot atnesa vismaz kaut kādu rezultātu punktu izteiksmē. Bet treneris uzskata, ka arī, diemžēl, diezgan jau daudz laika iztecēja, lai varētu kaut ko izlabotu citu. Spēli iesākt izdevās ļoti labi. 10. minūtē jau gūti vārti, bet pēc tam līdz pat otrajiem gūtajiem vārtiem 64. minūtē spēles gaitu pārņēma Liepā. Iespējams, var pakomentēt, kas notika pēc šīs 10. minūtes pēc ielaistiem vārtiem. Ну, сегодня мы играли составом намного, скажем, таким оновленным составом. У нас были проблемы кадровые из-за травм, из-за желтых карточек. Люди пропускали. Мы интегрировали немножко футболистов, которые играли мало в стартовом составе. И я вам скажу, ну, я не скажу, что у них получилось плохо. В целом у ребят получилось, но, опять же, тот опыт, которого нету, понятно, ну, не способствовал провести весь матч на высоком уровне. Наверное, так. Опять же, сегодня у нас в основном была молодежь, и, ну, потому, наверное, из этого есть нестабильность. Из-за молодого, как бы, молодые ребята, которые, ну, не могут играть стабильно, это и главное качество, нестабильность. Kā varat pakomentēt Toma Leiša sniegumu pirmā spēlē, atvairīta pendelē, jā, kā vērtēt šī vārdsargu sniegumu? Komentēt, ka vēl sadzīvot Toma Leitas, atcerīt šī vārdsargu sniegumu?
как у нас была договоренность, например, с ним, что сразу после игры с Валмерой мы ему сказали, что ты играешь следующую игру, он это знал, он готовился всю неделю целенаправленно, и, скажем так, тоже сказать, что он провел феерический матч, этого нельзя сказать. Сказать, что он сыграл плохо, опять нельзя. То есть он сыграл на том уровне, который может сыграть молодой футболист. Но при этом, при всем, он отличился тем, что он отбил удар с 11-метровой отметки. То есть молодчинка, здорово, ничего страшного. 20 лет, есть огромный потенциал, будет расти, работать. И я думаю, он со временем вырастет хорошего мастера. Kā vērtēt iespējams tiesneši, kādus lēmumus ik pa laikam varēja redzēt, ka kaut kas iespējams neapmierina šajos te lēmumos, kā varat pakomentēt šo tiesnešu? Во время игры было заметно, что вы часто сказали в комментарии по поводу судейских решений, прокомментировался судейство на ваш взгляд. Это вопрос немножко неправильный. Я могу во время игры немножко соглашаться, не соглашаться, то есть мое видение, есть видение арбитра с поля, скажем так, оно не всегда объективное, наверное, мое видение, но я только могу сказать 100% тогда, когда я пересмотрю видео, пересмотрю это много раз, и, наверное, тогда это будет объективно. А так это все эмоции, которые, скажем, не надо так сильно принимать, там, возможно, там были какие-то ошибки, но никто не застрахован от ошибок, футболисты ошибаются, арбитры ошибаются, и это вполне нормально, это часть футбола. Loko Edi šodien nespēlēja, vai domājat, ka ja viņš šodien būtu piedalījies mačā, vai mačs būtu kardināli mainījies, vai iznākums būtu daudz savādāks? Уже второй тур подряд Loko Edi не играет. Как вы считаете, если бы он мог бы играть, то как-то по-другому у нас был бы результат, что в этой игре, что в предыдущей? Кто-кто? Кто? Loko Edi? А кто это? Я такого футболиста не помню. Как бы был, помню, когда-то у нас месяца полтора-два назад, да? Он еще есть? Есть. Мы его готовим на самую главную игру с Гробиней. Он готовится индивидуально в Тибете с монахами. То есть он приедет и все порешает. Так что, Витя Добрецов, жди, а Loko будет играть, наверное, может быть. Я не знаю. Как бы так. Он отыгрывал всего один спеле, маяс, пред Гробиню. Cīņa solās būt interesanti, kā plānojat gatavoties šai spēlē? Последняя игра в этом сезоне у нас с Гробиней, которые в этом году у нас очень результативные матчи были, поэтому считаю, что будет очень интересный матч сейчас, с такой точки зрения, как будем готовиться к игре по плану? Мы сейчас поедем к Loko в Тибет, к монахам, там подготовимся, в основном вот так вот у нас наш план. Вот. И если мы хорошо подготовимся в Тибете, я думаю, у нас будет неплохая игра. Но самое главное – это порадовать зрителей, которые приходят на трибуны, и порадовать их своей игрой, своей агрессивной, активной игрой. Это самое главное. А там уже, как мы сыграем, это, если мы будем играть хорошо, то, наверное, придет и результат. Вот, наверное, из-за этого все как бы и выкладывается. Да. Спасибо.